Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по боксу My ADS App. Не могла не записать я это видео, так как в комментарии мне пишут то ли неадекватные люди, то ли тролли, или же неправильно выводят, говорят, что букс не платит. Возможно, вы неправильно ставите на вывод. Значит, еще раз показываю, как ставить правильно на вывод денежные средства. У меня на балансе 39,47. Я неоднократно писала видео по выводу. И все YouTube-блогеры, которые находятся в этом проекте, также писали видео. Можно забить на YouTube-канале и... Значит, посмотреть видео, как правильно ставить. Нажимаю вкладочку WinDraft. Все мои выводы. 39 рублей. Значит, я выбираю платежную систему. Здесь биткоин, Perfect Money, Payeer. У меня Payeer. Так, ну пусть будет 39 долларов. Я поставлю 0,0. Сюда... Вставляю свой адрес кошелька. Проверяю. Нажимаю WinDraft. Далее. Что они пишут? Что должно в целях безопасности прийти письмо с подтверждением на почту? Значит, нажимаю «Продолжить». Сейчас перейду я на почту. И вот мне пришло оповещение, друзья. Одноразовое письмо всегда приходит. Значит, смотрите. Так, запрос на снятие денег. И вот код авторизации. Обратите внимание, вот здесь внизу. Я его копирую, этот код. Аккуратненько. Копирую. Еще разок. Далее. Что вы должны нажать на эту ссылку, затем введите код авторизации ниже в кнопке «Одобрить» или «Удалить». Я перехожу по этой ссылочке. Так, опять мы переводим. Введите код подтверждения. Или отменить. Здесь утвердить. Ставлю оригинал. Вставляю код подтверждения. И нажимаю на синюю вкладочку. Секундочку. Все, далее еще на синюю вкладочку. Так. Все, у меня 47 центов осталось на балансе. Нажимаю опять вкладочку WinDraft. И вот, так, в пединге 37,83. Видите пединг? Вчера только что я смотрела видео по этому буксу, то, что люди работают и выводят. Напоминаю, что здесь без вложений не получится зарабатывать, так как здесь минимум надо купить один пакет за 1 доллар. Как покупать пакеты и как пополнять баланс, если с Payeer, у меня также есть видео на YouTube. А на Perfect Money приходит инстантом. Еще хочу что сказать вам по этому проекту. Нажимаю Home. Так, подождите. Home. Нет. Logout. Сейчас я выйду. И смотрите, что здесь у нас. Появилась кнопочка. Вот вкладочка, она кликабельна. Есть группа на Facebook. Перебрасывай, друзья, на страничку. Админ сделал группу, раньше этого не было. Вот. И можно вступить в группу. Он здесь, как бы, все новости на Facebook. Ну, даже как-то смотрела, он был в прямом эфире. Ой, вот мой ADS App. И, пожалуйста. Здесь люди вот делятся информацией, все печатают, как бы публикуют. Можно присоединиться к группе. Далее, что еще? У меня было 52 партнера реферала, стало 29. Думаю, как так? Что такое?
Ну вот здесь вкладочка «Суппорт», опять же, вот на главной страничке, так, есть вкладочка «Суппорт». На него я нажала и написала, думаю, что за дела. Ну вот, имя, имейл, мессенджер, как бы, вводим код и нажимаем «Отправить». Все, поддержка работает, отвечает мне, ответ пришел через 2 или через 3 дня. То, что неактивные партнеры, которые не проплатились, по-моему, через 60 дней, они, как бы, система их удаляет. Вот, а активных как бы оставляет. Ну, все замечательно. Значит, что еще, друзья? Сейчас время. Так, время у меня. Хочу показать вам. Что-то у меня не появляется. Так, время. У меня сейчас время 10:22 по московскому времени. Значит, что она не включается у меня. 11 августа. Я опубликую это видео, когда мне придет денежка на баланс. Значит, вы и оставлю, как бы мне придет на почту. Так. И я что сделаю? Так. Сейчас я вам покажу. Значит, вот здесь будет как бы в описании под видео. Нажмете еще. Это мое предыдущее видео. И я здесь опубликую как бы свой вывод. Нажмете еще, и будет показан мой вывод. Ну, в принципе, на этом все. Кому интересно, друзья, присоединяемся. Неинтересно, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.